Несметные сокровища черного фрегата, закопанные на сотнях необитаемых островов, так никто и не нашел. Котятам очень понравилась пиратская история, в которой капитан черного фрегата прятал свои сокровища, а другие пиратские капитаны пытались их найти. И они решили сыграть в новую пиратскую игру. Компот будет прятать сокровища в секретных местах, а Коржик и Карамелька попробуют их найти. Миу, 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 миу. На следующее утро котята собирались играть во дворе в пиратов. Хе-хе-хе. Котята могут поменяться ролями в любой момент. Это можно сделать на карте, нажав такую кнопку. Выбирай приключения. Жми на кнопку «Магазин», чтобы получить новые пиратские костюмы.